Мы прошли квест каменоломню. И открывается шикарная панорама, все еще видно Эльбрус. Так, что-то мне его через камеру не видно почему-то. Вон. Не знаю, будет видно, не будет. Надо и одежду сюда полезть. Панораму покажу. Там вот прям было вообще, вы все понимаете. Это лисий нос. Мне вот жарко, вот реально жарко. И остался последний рывок. У нас будет обед на Бештау. Завтрак на орлиной полке уже был. Теперь будет сытный обед на Бештау. Блин, ну цветочки тут, конечно, в камушках. Ирисы, ёперный театр. Кто их сюда принес? Красотень. Я бы тут минут 40 простояла.